Обмен опытом при строительстве трасс Дагестан посетила делегация Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики. Они приехали по приглашению руководителя агентства по дорожному хозяйству Загида Кучбарова. Поводом послужил 13-й форум дорожников, проведенный в Ставрополе, на котором и было заключено дружеское соглашение о сотрудничестве двух ведомств. Вместе с гостями в горных районах побывала и наша съемочная группа. И глазами чеченской делегации оценила состояние дагестанских дорог. Первый пункт посещения в рабочей программе делегации Чечни – асфальтобетонный завод в селе Заиб Хунзахского района. Он был открыт в 2014 году. Предприятие сегодня работает на полную мощность, вырабатывает более 1500 тонн асфальта в сутки. Гости осматривают производственную базу. Большие масштабы, современная техника, качество материала. Сегодня мы посмотрели заводы, сегодня мы посмотрели моечное оборудование. Удивлять дорожников, которые работают в отрасли, очень много, очень трудно, но тем не менее, положительное от нашей сегодняшней встречи, конечно, наша делегация отсюда увезет. Гунимское шоссе в Антляшевский перевал. Этот участок дороги строился в тяжелейших условиях. Постоянные оползни, ранее не применявшийся метод буровзрывных работ, расширение земляного полотна, замена и перенос электрических опор. Несмотря на все эти трудности, в кратчайшие сроки была построена современная асфальтированная трасса. Работы ведутся в хороших темпах, применяются новые технологии. Ну что сказать? Рука хозяина чувствуется, что здесь руководит предприятием хороший специалист, чистодорожник, это видно с первого взгляда. А в горах все делается с трудом. И жизнь дается тяжело, и строится тяжело, и дорожное строительство тяжело. Но с такими темпами, если вы будете идти, победа будет за вами. Заимствование опыта, ознакомление со спецификой строительства горных дорог в сложных условиях. Вот основная цель приезда чеченской делегации. Вместе со специалистами ДАК «Автодора» они объехали несколько высокогорных районов. Я сегодня увидел очень большой и сложный объем работ, которые делают подрядчики. И рельеф очень сложный. Поездка получилась удачной, я думаю, сегодня. И мы очень удовлетворены тем, что сегодня увидели. У нас такого обозрения, такого масштаба работ, что делают сегодня здесь, мы даже и не думали. Чеченская республика считается лучшей по качеству и содержанию дорог в стране. Восстановить разрушенное войной дорожное хозяйство в регионе удалось за очень короткий срок. Какие-то есть достижения у нас, какие-то есть достижения Чеченской республики, какие-то есть достижения других республик. Чтобы этими достижениями пользоваться, нужно общаться. И вы должны помнить, буквально недавно Рамазан Гаджимурадович, наш глава Абдулатипов, делал замечание, что производственники слабо интегрированы в Северо-Кавказских республик и плохо общаются. И вот мы, дорожники, решили опередить. Вот сегодня к нам вот такая представительная делегация приехала в Чеченской республике. Этот дружеский визит автодоровцы уже назвали не тропой, а дорогой дружбы. Следующий шаг – обмен специалистами. И что самое главное, над разрешением проблем, с которыми придется сталкиваться при строительстве дорог, дагестанские и чеченские дорожники решили работать сообща. Татьяна Бурзиева, Альмира Магомедова, Время новостей, Шамильский район.